Всем доброе утро. Ну, у нас, как обычно, друзья, жаркое солнечное утро. Еще только июнь, а впереди еще июль, август, жара. Ну и в сентябре у нас тоже бывает жарко, так что будем терпеть. Другого выхода нету. Будем спасаться под кондиционерами или этими вентиляторами. Ну и утром, если куда-то выйдешь, или вечером прогуляться. А так целый день приходится сидеть дома. С утра просыпаюсь пораньше, потому что, во-первых, то, что душно, невозможно спать. Ну и, во-вторых, думаю, что с утра дела делаются как-то быстрее и легче. На кухне невозможно стоять в этой жаре. Так что лучше утром приготовить что-нибудь покушать и все. И потом уже будешь целый день от кухни свободен. Утро у меня начинается, хочу вам рассказать, с чего? С чашечки теплой воды. Потом я делаю зарядку. Я уже сколько лет делаю эту 5 тибетских жемчужин, эти упражнения. Стараюсь не пропускать, но иногда бывает, конечно, когда какая-то уж там такая причина, тогда только могу не сделать. А так стараюсь уже сколько лет делать. Ну, хотя бы какую-то маленькую разминку по утрам, это очень даже хорошо. Ну так. Сейчас будем завтракать. У нас на завтрак манная каша. Да, еще хочу показать вам, какая у нас температура на кухне. Ну и пойду делать свои дела. А вам желаю хорошего настроения. Вот так, смотрите, 26 градусов. Но это еще ничего по сравнению с тем, что будет днем. Все, я, друзья, пошла завтракать. И потом уже заниматься своими делами. А вам желаю хорошего настроения на целый день. Хорошей погоды. Той, которую вы хотите. Кто-то хочет дождик, кто-то хочет солнышко. Пускай сбываются ваши мечты. Вот моя манная каша, друзья. Редко готовим, но иногда бывает. Мне приятного аппетита. Ну и кто завтракает, также. Слышите, женщина кричит: малина, малина. Вот так у нас носят, продают ягоды, зелень. Очень часто можно услышать. Только не слышу я цену. Она отвечает кому-то там, но я... Очень хорошая малина, говорит. Не услышала цену только. Сегодня на обед у нас чечевичный суп. Без мяса, без ничего. Постный. А здесь я готовлю баклажаны. Отдельно обжариваю лук. Затем к ним добавляю тоже отдельно до этого обжаренные баклажаны, болгарский перец. В этот раз я очень много его положила. Вчера купили в магазине, дешево был болгарский перец. Потом также побольше помидор, зелени, уже на ваш вкус какую хотите. Чеснок, соль, всякие травки, приправы и... Минуточек 5 это все протушится, и будет очень-очень вкусное блюдо. Друзья мои, добрый вечер всем.
направляюсь в магазин, видите, Орина Бич. После магазина сейчас немножко прогуляюсь через парк. Давно я здесь не была. Посмотрим, как здесь. Ветерочек поднялся. Не жарко. Отсюда уже вижу, что людей очень много. И фонтан тоже включен. Думаю, немножко посидеть, но навряд ли. Потому что смотрю, что людей... Ого-го! Так что места не будет. Да, ближе я не хочу подходить, видите. Не получится, очень много возле фонтана. Детей особенно. Не хочу снимать их. Вот, посмотрите. Везде, везде, везде люди. Ну что, посмотрели. Везде, смотрите. Целый день люди сидят в жару дома. А вечерочком что остается делать? Конечно, пройтись, прогуляться в парке. Я уже не пошла по центральному ходу, по центральной дорожке, потому что очень много, видите, отдыхающих. Хотела посидеть, но нигде нету скамеечек, все занято. Сюда обычно надо приходить где-то часов 6-7, чтобы было место. Это я уже знаю. Не первый год. Сюда приходим. Вот такая красотень вечером здесь в парке. Вот так темно уже, видите? И я иду уже, направляюсь домой. Немножко прогулялась. И то хорошо.